Ура! Вы набрали 100 баллов и участвуете в розыгрыше на целый год «Бизнес-автомат». Приветствую вас всех, друзья. С вами Ирина Маркелова-Агапова. Я участвую в проекте «Whole World» с 2013 года. Уже 7 лет. Многие, конечно, не верят, но знаете, как проверить. Я веду свой YouTube-канал с 2013 года. Можно зайти на мой канал, посмотреть мои старые ролики. Пусть они простенькие, пусть они несуразные, но я училась и старалась. И на протяжении всех 7 лет вы можете посмотреть даты, когда выходили мои ролики по проекту «Всем миром», и посмотреть, что все 7 лет я вела и веду свой YouTube-канал и записываю для вас ролики. И сегодняшнее мое видео об акции «Праздничная копилка». Это уже третье видео. И у меня есть повод, потому что я достигла первого порога. Я накопила 101 балл за несколько дней. Узнать подробнее вы можете в моих предыдущих видео, что такое акция «Праздничная копилка» и что для этого нужно. Баллов у меня 101, и я достигла порога. Сейчас в копилке у меня 10 долларов. То есть я уже получу 10 долларов. Вот. Сумма в копилке увеличивается после накопления каждых следующих 100 баллов. 200 баллов будет, значит, 50 долларов будет. 300 баллов будет 100 долларов. Достижение 400 баллов, 250 долларов. Достижение 500 баллов, значит, 500 долларов. Сумма, накопленная на момент завершения челленджа 31 декабря, будет зачислена на баланс вашего аккаунта, который можно вывести. Вот. И еще будет разыгрываться три главных приза. Это участие в розыгрыше на один год «Бизнес-автомат». То есть в течение года люди будут регистрироваться без ваших личных приглашений. Это очень крутая новость. И кто выиграет этот приз, это будет супер, потому что «Бизнес-автомат» вообще в месяц стоит 50 долларов. И этому человеку очень повезет. Я, конечно, все сделаю для того, чтобы выиграть этот суперприз. Вот как можно эти баллы накопить. Я сегодня продлила еще одно место в благотворительном марафоне. Вот это вот синенькие стрелочки – это исходящие переводы. И моя личная активность мне дала еще вот эту вот денежку. Чтобы узнать историю накопления баллов, надо нажать вот на этот значок денежка, и мы увидим активация места, вот 10 баллов, активация места в марафоне. Это мне мой личный партнер принес. Ну и в общем, много-много транзакций у меня дали мне в совокупности 101 балл. Друзья, здесь можно получать очень много денег. И не только участвовать в этой акции «Праздничная копилка», но и можно зарабатывать и в благотворительной эстафете, и в благотворительном марафоне, и за активации участникам «Бизнес-автомат», и за активацию участникам своего личного кабинета. Я уже записывала такой ролик. И все зависит от вашей активности, от вашего желания. Хотите зарабатывать много, значит, активируйте эстафету, активируйте марафон. И добро пожаловать. Моя реферальная ссылочка находится под этим видео. Всем пока.